Давно известно, что лучший способ расслабиться – это смена обстановки или вида деятельности. Поездка на природу или в другой город, да и просто прогулка по самым красивым улочкам однозначно придаст вам сил и настроение. В следующей рубрике мы расскажем вам, как объединить всю свою семью для того, чтобы провести время вместе. Я передаю слово Светлане Шепет, которая с удовольствием вам расскажет, на какие премьеры фильмов обязательно стоит пойти в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, в выходные и праздничные дни бизнес-центр «Тверь» приглашает гостей и жителей города, всех, кто хочет поправить себе настроение, всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями. Маленькие наши зрители могут посмотреть фильмы «Куати. Легенда джунглей» и «Кощей. Похититель невест». Приключенческие мультфильмы никого не оставят равнодушными. К тому же все знают, что в киноконцертном зале «Панорама», пожалуй, ну, на мой взгляд, самый вкусный и самый лучший попкорн. И для взрослых наших посетителей будут захватывающие интересные фильмы. «Своя война. Штурм в пустыне». Фильм рассказывает о том, как молодой человек, пришедший с войны, ищет себя в этой жизни. «Детектив одна». Рассказывает о приключении, которое произошло с девушкой, невероятно, но выжившей при крушении самолета. Ну и комедия «Молодой человек» никого не оставит равнодушным. К тому же всегда можно посетить обзорную площадку, выпить чашечку кофе на летней веранде, поужинать в кругу семьи или друзей в ресторане «Панорама». Ждем вас. До новых встреч!